В Грязовецком районе в результате ДТП пострадал мужчина. Авария произошла накануне около 13:20 на 399-м километре трассы Москва-Архангельск. По предварительным данным, водитель тягача «МАН» с прицепом при обгоне «Газели» допустил занос и опрокидывание транспорта. В результате ДТП пассажир тягача, мужчина с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован. Водитель тягача получил ушибы и ссадины. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. Снял собственное преступление на видео подозреваемого в краже денег из квартиры. По горячим следам задержали череповецкие оперативники уголовного розыска. В дежурную часть обратился мужчина, который рассказал о том, что из его квартиры пропали деньги. Он рассказал, купюры лежали на тумбочке, банкноты были номиналом 500 евро, 150 долларов и 3000 рублей. В ходе работы сотрудники уголовного розыска стали устанавливать, кто мог находиться в квартире в момент кражи. Как выяснилось, дочь потерпевшего пригласила к себе в гости друга. После того, как он ушел, деньги пропали. Оперативники отработали круг лиц, которые могли быть причастны к преступлению. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, им оказался ранее судимый 22-летний молодой человек. У МВД России по городу Череповцу проводят прием на службу. Требования к кандидатам: мужчины, возраст до 35 лет, образование не ниже среднего общего, отслуживших в вооруженных силах, годных по состоянию здоровья, не имеющих судимости. Для полицейских водителей наличие водительского удостоверения категории Б. Преимущество прохождения службы: полный соцпакет, стабильная заработная плата, льготный выход на пенсию по достижению 20 лет выслуги и возможность обучения в высших учебных заведениях с предоставленным оплачиваемым учебным отпуском. Контакты для связи вы видите на своих экранах.